Пошли дальше подъем, еще один спуск. Подъем уже будет, выход на стадион. Большунов, Большунов, Якимушкин и Крюгер. Но чем еще сейчас ответит там Шурёте и Мальцев пятый. Саша, надо уходить, Большунов. Надо уходить, но Якимушкин молодец, держится. Ну что ж, может быть сегодня коллективный пьедестал. Вопрос, кто на каком месте. Саша Большунов с отрывом сейчас. Сан Саныч, как его уважительно называют, уже во всем мире. Фактически ему было 20 с небольшим, а уже Сан Саныч, как Рагулин в свое время. Гений хоккея Александр Палыч. Ну что ж, друзья, последний сейчас спуск. Лидер Большунов. И вот подъем и выход на лыжный стадион. Они уже сейчас появятся. Якимушкин с Норвестом выходит на второе место. Ваня. Молодец-то какой, подшепный Переводчикова. Большунов раскатывается. Якимушкин второй. Саша, надо убегать. Надо убегать, Большунов. Надо убегать, Саша. Надо убегать. Молодец, 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 молодец. Не отдаст эту гонку Сан Саныч. Не отдаст, но там Якимушкин борется. Еще за одну награду. Итак, Александр Большунов. И теперь уже можно с огромной уверенностью сказать, что вот этот отрыв никто не отыграет. И он король лыж. Он король лыж, невзирая на то, что это был не полтинник. Это победа. Король лыж, как Кузин, как Зимятов, победивший в скиатлоне. И в этом Дани на дистанции 50 километров. Саша Большунов, олимпийский трехкратный золотой, как в Лейк-Плэсиде Зимятов, но Якимушкин второй, почти как в Сочи. Ай да молодцы, скажут вам, что вы боги, скажут молодцы черти. Трехкратный олимпийский чемпион, 9 гонок, 9 медалей и 3 золотые, гений Большунова. Гений Большунова, Якимушкин второй, четвертый Мальцев. Как обидно, но Ваня Якимушкин, боже ты мой, мы чемпионы, друзья. Фантастическая гонка, невероятная, завершившаяся очередной победой наших феноменальных лыжников. С чем я вас и поздравляю, друзья. Это победа, это огромный успех, огромный успех.